Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы ответим на самые популярные вопросы про отит у собак. Отит – одно из самых распространенных заболеваний ушей у собак. Оно представляет собой воспаление слухового прохода, вызывающее сильный дискомфорт у лающего. Какие симптомы сопровождают это заболевание и как можно предупредить его развитие? Давайте разбираться. Итак, представляем вам ответы на самые популярные вопросы про отит у собак. Чаще всего отит является следствием каких-либо нарушений в организме питомца. Это заболевание могут вызвать травму ушей, гормональный сбой, переохлаждение или снижение иммунитета животного. Также в некоторых случаях отит начинает развиваться на фоне плохого, нерегулярного ухода хозяина за ушами питомца. Наиболее предрасположенными к появлению отита считаются породы собак с висячими и длинными ушами. При отите собака часто трясет головой и скулит, когда чешет уши. В слуховых проходах у животного появляются неприятно пахнущие выделения и ранки. При этом сами ушные раковины питомца становятся горячими, краснеют и опухают. Собака, страдающая отитом, как правило, становится вялой и начинает отказываться от еды. Если вовремя не обратиться к ветеринару, отит у собаки может не только стать хроническим, но и привести к серьезным осложнениям. Ухудшение слуха, воспаление оболочек мозга, психические отклонения и неврологические нарушения – таковы возможные последствия отита. При появлении первых симптомов отита необходимо незамедлительно обратиться к ветеринару. Врач установит причину заболевания и выпишет подходящий вашему животному комплекс лекарств. В некоторых случаях для лечения отита может понадобиться операция. Простые правила ухода за собакой помогут предотвратить появление и развитие отита. Регулярно осматривайте и чистите уши любимца. После купания обязательно протирайте их ватным тампоном, чтобы убрать попавшую внутрь воду. И, конечно, не забывайте о поддержании иммунитета собаки на должном уровне и регулярном посещении ветеринарной клиники. Итак, мы ответили на самые популярные вопросы про отит у собак. Помните, большинство заболеваний у лающего питомца можно избежать с помощью правильного ухода и регулярного внимания со стороны хозяина. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!